В Российской академии наук состоялось заседание Совета фонда «История Отечества». Было принято решение о начале проведения конкурсов на создание историко-просветительских фильмов, издание книг, организацию экспедиции. Главные темы – 75-летие победы в Великой Отечественной войне, 850-летие похода Андрея Боголюбского на Новгород, 800-летие со дня рождения Александра Невского, а также некоторые другие. Также в ходе заседания было принято решение об избрании на пост исполнительного директора фонда Константина Могилевского. Он занимает эту должность с 2016 года. Служба информации Российского исторического общества.